гречка, явление в среде космонавтов, семейства космонавтов, уникальное. Я имею в виду на тот момент, пока он летал, потому что потом был еще Джанибеков уникальный, Леон. Так вот, то, что в космосе впервые за историю всю существования ВМФ летал прибор с надписью на борту ВМФ, это заслуга Юрия Михайловича Гречко. Я бы предложил по этому случаю, если это уместно, почтить его память, просто вставать. Хватит. Спасибо.